Здравствуйте, друзья! 28 января 2017 года. Такое впечатление, что лето пришло в Санта-Крус. Ну, весна, да, хотя бы весна. Вот так уже тепленько, хотя народ немножко так утепленный, да, в курточках. Мы, собственно, тоже со Светой немножко в курточках. Вот соотечественники наши стояли тут, тоже потеплее одеты, чем местные. Да. А? Да, местные вообще, да, вот, пожалуйста, девчонки сидят, совершенно голенькие. Детки на велосипеде, хорошо. И такие волны, что и волнами не назовешь. Никого нет на воде. Даже не знаю, что и сказать. Как-то вот вдруг такое ощущение, что кончилась зима с ее дождями, да, Свет? Да, ну будут еще дожди, конечно. Наверное, будут еще, да. Но в этом случае все равно тот же критический пункт. Дальше же только под дождем будет это все растет. Точка критическая, да, пройдена. Хорошо. И вот посмотрите, друзья, как интересно все меняется на океане. Вот мы так пришли к такому поворотику небольшому. И с той стороны уже волны. И уже там серферы. И как там волна накатывает. Страшное дело. Видите? О! А всего-то ничего, отошли. Мы подошли поближе к месту волнений, так можно сказать, океанических. А тут как раз и затихло немного. Вот так. Разве что чуть-чуть. Как разыгралось-то? Солнышком просвечивает. Видно, как, да, меняется цвет волны, так синий, зеленый. Очень красиво. Сейчас еще накатит. Ну, давай. Пошел, пошел, пошел. Собачий пляж. Собачий пляж. Солнышко светит. Собачки бегают. Лепота. Тот же пляж. Немножко с другой перспективы, так, чтобы солнышко нас не слепило. Маячок там вдали. И такая легкая дымка присутствует. Может быть, вы даже замечаете это в кадре. Цветочки. Вы видите, и такие цветочки вот растут. Явно дело к весне, друзья. Весна идет, весне дорогу. А тут вот прошли мы там какой-то мысочек. И опять тишь, благодать. Никакого тебе волнения. Смотрите. Буквально вот. Да. Море волнуется раз. Море волнуется два. Море волнуется три. Так не очень. Не сильно волнуется, можно прямо сказать. Народ разъездился. Красиво. А прямо за спиной у меня, прямо за спиной, вот стоит домик такой, квартирки там на продаж бывают. Вот кто не заплатит 1,5 миллиона вот за такую квартирку с балкончиком, чтобы смотреть на океан. И вы, друзья, если бы у вас были лишние 1,5 миллиона, с удовольствием бы отдали. Прижилась птичка в этих местах. Думаете, это памятник, что ли? Нет, настоящая живая птичка. Задумалась малька, так стоит. Да. Любопытный народ останавливается вот там.
снимает с ней фотки. Живая, живая. Даже не сомневайтесь. Хотя так вот замрет, вроде думаешь, наверное, искусственная. Потом смотришь, нет. Шейку повернула, клювиком пошевелила. Живая. Это, друзья, железобетонная конструкция. Ну, не только, чтобы там зайти на площадку и снять видео, нет. Там можно еще спуститься на пляж. Но вот, представляете, сколько таких можно построить вдоль океана, вместо, например, 1 километра стены на мексиканской границе. Ну, или еще какого-нибудь объекта полезного. А красиво как. И внизу народ. Тут обычно, знаете, так много водорослей на пляже, что чудовищное вонище от них, от водорослей. А сейчас то ли их убрали, то ли чего. Но так чисто и не пахнет ничем. Хорошо. В Санта-Крус есть университет. И там масса студенток. У них даже татуировки вот интересные, ноты. И татуируют. Видимо, музыку любят. Ну-ка, будет волна. Брызги. Немножко. Брызнуло. И хорошо. Тут народ такой рисковый. Прям залезают. Не дай бог, конечно. Мы с вами видим, друзья, такую инсталляцию. А, немножко рассыпается. Прямо на глазах рассыпается инсталляция. Даже не знаю, как назвать. Хочется вот так по школьным, по детским воспоминаниям, типа «Миру мир», «Войне пиписка», вот такого плана что-то. Там девчонки сидят, и у них там камера типа GoPro, они так селфи-стик. И они там сейчас рассматривают, что наснимали. Пожарка едет. Да. А там сидит мужик и барабанит свое удовольствие. Вы видите, друзья, что я стою на довольно высоком таком бережку. И вот тут водичка, видите, захлестывает. Да? Сюда волны иногда так заходят. А вот на самом деле даже здесь на берегу, и вот левее, вы видите, вода. Это не то, что труба протекла, а это вот периодически какая-нибудь волна как жахнет, и все это дело обольет вот тут. Прямо под ногами у нас видно. А так вроде все тихо, спокойно. Думаю, тут метров, наверное, 6, 7, 8. А вот так вот, как жах, и все. Ну что ж, друзья, прощаемся с берегом и идем домой после такой прогулки. Не грех и перекусить.